«Холокостых глазами». Интерактивная выставка с таким названием открылась в Еврейском общинном центре. Она приурочена ко дню памяти жертв Холокоста. Именно сегодня, 73 года назад, советская армия освободила узников нацистского лагеря смерти. Произошло страшное, это когда мы не признаем другого. То есть он не такой, как я. А раз он не такой, как я, значит, его надо уничтожить. 6 миллионов евреев сожгли в печах Освенцима, Треблинки, Аушвица. И это страшно. Это очень страшно. Страшно об этом думать, страшно об этом говорить. Выставка призывает помнить о преступлениях прошлого. Экспозиция включает в себя 4 тематических сектора. Погромы и переселение в гетто, ужасы концлагерей, освобождение узников Красной Армии и финальная интерактивная станция, где каждый посетитель может зажечь свечу и отдать дань памяти миллионам безвинно погибших людей. Главным источником информации для выставки для нас является музей Яд Вашем, который находится в Иерусалиме. Это музей катастрофы, музей Холокоста. То есть основная информация взята из музея, как видео, представленные на выставке. Саму экспозицию помогали готовить молодежные и подростковые клубы еврейской общины. Выставка «Холокост. Их глазами» продлится до 8 февраля. Посетить ее можно по адресу улицы Ленина, 105, ежедневно с 15 до 17 часов. Вход свободный.